Очень классный гол Хагуш отдал на Камбарова, и Камбаров вместе с Кангва оставили неудел сразу троих защитников «Зенита» – Мевлю, Смольникова и Ивановича. Кирилл выдал просто шикарный пас, и Кангва оставалось, не то чтобы просто не промахнуться, он тоже неплохо ударил, но в целом, конечно, гол получился на заглядение, и в какой-то степени его, наверное, можно назвать даже историческим.